все еще мечтаешь попасть в ролик школьника, но ничего не получается? Тогда пиши комментарий и ставь лайк. А этих ребят я поздравляю. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, также Донни, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это прокачка тачек или же эволюция машин GTA 5. Кокусяндр. Сегодня, ребята, у нас будут качаться новые тачки, соответственно, они спрятаны вот в этих гаражиках, и пока непонятно, что там. А качать мы будем при помощи вот этих вот чекпоинтов. Зеленый дает плюс 1, красный дает плюс 10, синий плюс 20, а этот желтый очень редкий плюс 50. Ну и самый редкий этот вот шар огромнейший, который дает плюс 300, который, опять же таки, нужно будет найти где-то в испытаниях. И я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете, потому что в предыдущий раз мы вместе с вами его нашли. Спасибо огромнейшее. Я, конечно же, на комментарии отвечал. Ну а сегодня давай выбирать тачки, которые будем качать. А чё выбираешь? Первый, второй, второй, первый, второй, первый, первый, второй? Давай на второй. Окей, а у меня тогда получается первый, и здесь вот такая вот Ламборгини получается, да? Not с фарами, каунтач вроде, да, вообще нормально. А у тебя там что, кстати говоря? Что у тебя за тачка? Типа Ферраш, что ли? О, это получается тогда будем качать Ламборгини и Феррари, ребята. И вот это вот проблема. Ладно, в общем-то, ребята, отправляемся тогда на наше первое испытание и посмотрим, что же будет эволюционировать и какие тачки мы будем получать. Давай. Итак, ребята, наше первое испытание — это спринт-гоночка. Ехать нам получается 7 километров на виноградник. 1, 2, 3, поехали! Давай. Короче, мне интересно, что по чекпоинтам. Они поменялись с прошлого раза? Они маленькие вообще. Ах, я не взял! У меня вообще она не поворачивает, чтобы ты понимал. Понимаю. Да, вот это прикол. Ладно. Что с ней? Как получается, вот этот вот, я помню, это красный плюс 10, отлично. Блин, так, у меня с поворотами вообще беда, прикинь. У меня прям беда. Она вообще почти не поворачивает. И я очень надеюсь, что она скоро эволюционирует, потому что в противном случае это прям больно. Ладно, я даже не буду пытаться его брать. Я возьму, пожалуй, вот этот вот. Где-то здесь, по идее, должен быть красный. Так, давай. В этом-то и прикол. Главное не пропустить. Слушай, ну, в принципе, пока очень даже хорошо, да? Тебя сбили? Нет? Блин, обидно, что не сбили. Так, я тоже его взял, отлично. Так, и тут повернуть. Да куда ты мешаешь-то еще? А, блин, понимаю. Короче, тут еще красный, я знаю, есть. Вот тут, вот, вот тут. Ты вот, знаешь? Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, да. Они не изменились с прошлого раза. Они такие же, понял? Именно на этом испытании. Не знаю, что будет дальше, но пока что, в принципе, очень все хорошо. А, там зеленый брать не буду, потому что я тупо не повернусь. Так. Поехали. Ай-яй-яй, аккуратно. Так, ага, если... Да, вот здесь и... Да, темнеет экран! И у меня получается вот такая мурсилага, кстати, голубая, нормально. Она лучше управляется, это уже радует, уже хоть что-то. Отлично. Я тоже, бро, качался, поэтому... Понимал. О, у меня минус, короче, это... Понимал, ступенька. Лавочка. 50 было! 50 было! Ты не взял, да, я видел, ты тебя там тоже что-то минусануло. Ну, хорошо, 50 было, это, конечно, не берется на этих машинах. Были бы машины реактивные, можно было бы еще взять, а тут пока что нет. Ладно, пока едем, пока все очень даже хорошо. Тут аккуратно. Ты страдаешь, да? Ну, плюс-минус. Да я пытался зеленый взять, ты меня сбил. Ладно, короче, поехали дальше, я надеюсь, что... Да, ты быстрее, кстати, вроде. Вроде мне кажется, или не вроде, или... Может, я не быстрее, но я управляю. Так, отлично, зеленый. Зеленый взял. Так, зеленый взял. Так, вот этот мы, наверное, пропустим, потому как... О, красный. Я взял, но... Я, короче, подкинул сейчас фургон. Нормально. В принципе, нормально. Так, ладно, мы тоже пропустим. Поехали. Аккуратно. Так, о, вот этот мы возьмем по-любому. Что ты делаешь? Прикинь, я был в метре от тебя. Ну ладно. Ладно. Как всегда, в принципе. Так, опа. Я взял! Ну, нам обратно, братан. А чек стоит здесь, а нам ехать обратно. Ну, плюс 10, это, конечно, за это можно побороться. В принципе, и проехать чуть-чуть пару метров вперед. Так, ладно, поехали дальше. А, этот я не возьму, потому как управление у меня не совсем хорошее. Ее закрутило. Убрался? Ее закрутило, но я вроде выровнялся. И поехали дальше. Вот этот мы чек возьмем. Да что, опять закрутило? Ёп, ты что делаешь? Я ничего не делал, я пытаюсь ехать на ней. Я пытаюсь на ней ехать, так, ладно. А поехали, догнать, главное догнать. О, ты врелся вроде, да? Понимаю. О, петуха сбил. А за петуха сколько дают? Давай 50.
дадим за мне петуха? За петуха. Да, почему нет? Не знаю. Ну тоже уже прикольно. Редко бывает, как бы. Редко бывает. Так. Этот мы не будем брать, потому как я бы тупо не повернулся. Давай, догнать. О, белый, кстати, видел. Ребята, кто заметил, напишите в чат. Это плюс 10 из КД, что это? Что за херня? Да, есть такой чек, он странный, но он десяточку дает, потому как в прошлый раз так было. Вот, поэтому, в принципе-то, мы его тоже возьмем и оплянда. Минус 10, что это за хрень? Ты взял? Нет, мимо проехал. Почему не взял? А, надо было взять. Вот такие чеки у меня есть, да. Как бы, я тоже взял плюс 10, в принципе, плюс 20 в итоге, по итогу, так этот мы тоже возьмем. 21, да, отлично. А ты забрал, получается, голубой, да? Да. А вот он минус 10, кстати говоря. Но надо было тебе брать минус 10, в принципе, там. Тогда были бы плюс-минус наравне. Ладно, эволюции пока не было. Но в любом случае, ребята, уже вторая ступень. И да, понимаю, такие вредные не могут дать проехать мне. Тоже финишировали, тоже проехали это испытание. И отправляемся тогда на следующую. Итак, ребята, следующее испытание — дерби. Здесь выигрыш дает 20 баллов, точнее 20 уровней. Поэтому давай поборемся. Две жизни, давай. Поехали. Аккуратно. Здесь аккуратно. Вот. Ага. Я понял. Я, в принципе, понял. Я попутал педали! Я хотел назад поехать! Обидно, ладно, поехали, вторая жизнь. Я попутал просто педали, ты понимаешь, это как обидно. Ёпта, ни хрена себе. Почему? Да, плюс 20 баллов, я почему-то думал, что я тебя откину, но... Ладно, у меня тачка на самом деле была легкая, и, к сожалению, да. Ладно, это испытание с тобой, а мы отправляемся тогда на оффроуд. Давай, поехали. Мы продолжаем, и следующее испытание — это оффроуд гоночка. В общем-то, готовы? 1, 2, 3, погнали! Гоу, давай. Так, плюс 1. Ну, отлично взял. Угу. Так, плюс 2. Лавочка опять твоя влетела. Отлично взял, там и я вылетел, этому, понимаю. Собрату ржавому там. Собрату ржавому? Ну, не, да? Спасибо. Спасибо, но нет. Так, это мы тоже возьмем. Так, берем. Отлично, в принципе-то, очень даже все хорошо. О, ты меня пингуешь. Красные тоже взяли. Так, поехали, пока все хорошо. Ставит, мне интересно, знаешь что? Мне интересно, будут ли тут 300 или как бы 50 вот эти редкие чеки, потому что их очень мало, и, конечно же, взять было бы как приятно. Так, это мы тоже взяли, отлично, плюс 1, плюс 2, отлично взяли. А у тебя до сих пор не было эволюции, что ли? У тебя, по-моему, баллов-то больше, точнее, уровней, ё-ма, её чуть-чуть завернуло, закрутило, но я поехал. Отлично. А, ты красный взял? Понимаю, так мы этот пропустим, пожалуй, тут, по-моему, красный где-то был. У меня такое ощущение, что буквально вот совсем скоро. Опа-ля, я тоже красненький взял, отлично. Слушай, вот тут мы тоже проезжаем, в принципе-то неплохо, да, так, и тут мы тоже взяли чек. Аккуратный блондин на всю страну, такой один. И у тебя появился вот такой вот монстр трак? Понимаешь? Да. Взял. Взял. Так, а тут вот тут еще красный был, видел, нет? Ты не увидел? Я понимаю, видел, так я тоже взял. Я тоже взял, в принципе-то, тоже взял. Так, вот тут тоже взял. Так, мне нужен еще красный, и где-то примерно тоже, слишком по идее, должен уже эволюционировать. Так, это нельзя, ладно. Я очень надеюсь, что вот этот человек как раз таки даст мне тачку. Да. Ну-ка. А, да! И у меня тоже монстр трак, и тоже Ламборгини, кстати говоря. Добавили большие колеса. Поехали. Поехали. Так, отлично, взял. Отлично. Так. Отличненько. Так, давай. Хоть бы ты вылетел. Так, чек. Давай. Видимо, да? Наверное. Давай! Ай, блин! Ну, я мог. У меня просто скорости не хватило. Я уже хотел прыгнуть, но он не полетел, к сожалению. Ладно, но в любом случае, пока что мы идем по прокачке одинаково с тобою. И отправляемся тогда на следующее наше испытание. Давай. А следующее наше испытание — это съезд горы Чилет. В общем-то, те же монстр-траки. 3, 2, 1, поехали! Гоу! Так, это очень медленно, зато я сразу чек дополнительно взял. Отлично. Аккуратно, отлично, вот так хорошо. Берем и
Хорошо, хорошо. Так, вот тут вот, кстати, красный я вижу, отлично взял, плюс 10, супер. Супер, 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 пупер, пупер, супер. Так, ладно, поехали. Где красный, 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 пока ничего не вижу. Ты видишь чеки? Их на самом деле здесь мало. Их больше было как раз таки на оффроуде. Зелененький есть. Вижу, зелененький, но я его не возьму, к сожалению. Хотя бы удержаться, все отлично, я удержался. Так, поехали дальше, давай, давай, давай. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Опа, зеленый! Я опять не взял его, к сожалению. Но тут есть что-то? А тут что-то есть? Нормально. Так, о, красный вижу. Красный, красный, красный. Красный еще взял, красный отлично. Был. Давай, 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 десяточка есть. И круто. Тихо. Так. Зеленый забрать. Да зеленый хотел забрать. Да зеленый забрать, еще и перевернул. Ладно, поехали, так, короче. Минус зеленый. Один чек. И, к сожалению, я бы мог еще впереди быть. А, вот это прям беда. О, десяточку вижу. Десяточку вижу, десяточку вижу, отлично. Нормально. Понимаю, понимаю, понимаю. Так, давай, поехали, 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 поехали. Давай, 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 давай. Ты издеваешься? А, стоп, ты не взял синий? Я взял синий. Ты рядом проехал от него. Ты охерел, я через него прям проехал. В смысле рядом? Ты у меня вот он проехал. А, вот тут ты проехал? А почему у меня есть зеленый? А почему у меня двадцаточка добавилась тогда баллов? У тебя тоже добавилось? Да. А почему... Серьезно, что ли? Понимаю, но ты у меня справа, короче, проехал, я проехал по синему, у меня тоже почему-то система засчитала ее. Ладно, ребята, короче, как-то так, мы тогда отправляемся на следующее испытание. Ребята, на следующем испытании проверим, прокачаем эти тачки дальше. А следующее испытание, ребята, это шашки. И опять не было эволюции, возможно, скоро она у нас появится, поэтому не пропусти ее. Ну и 3, 2, 1, поехали! Давай, 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 так, 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 отлин, отлично. Чпонь? Так, вот этот вот, ну, тоже там чпонь. Он слишком кривой. Чпонь взяли, чпонь, чё, отлично. Блин, ветряки, серьезно? Ветряки, так. Ветряки, 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 да. Так, ладно, этот мы тоже взяли, в принципе-то, давай, 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 поехали. Нормально. Ты откинул так или это ты просто повернул? Я понял. За чекпоинт там заехал, да. Я понял, понял, понял. Так, короче, я тоже, чё, в принципе, пока не выросли на дороге. Ё-ма! Всё нормально. А, отлично, я встал, да, поехали. В принципе, я тебя догнал. Это не может-то не радовать. Полетел! Да, видел? Да, чувака. Летаю, да, да, видел, поймаю, видел. Так, давай, давай, поехали, поехали, поехали. Так, тихо. Ага, понял. На, неплохо, не, прикольно! Неплохо. Прикольно! Меня давай, давай, как давай, бы давай. Минуснул чуть-чуть, но. Ладно, пока едем. Пока, в принципе, едем. Так, о, красный вижу, красный вижу. Взял и... Ты мне это экран! Так, я получил вот такой вот уракан. Отлично, отлично, отлично. Так, 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 поехали, поехали, так, поехали, поехали. Вообще... О, подожди, меня тоже. Что в итоге получил? О, меня аперто, брат. Аперто получил? Это прям хорошо. Нормально, хорошо, кстати говоря. Очень-очень, да, даже хорошо. Так, ладно, поехали. Но на самом деле это не последняя эта прокачка. Еще будут прокачки. Я не буду его брать, не понял. Тихо. Понял? Тихо. А давай красный возьму, пожалуй. Вот как раз возьму. И знаешь что, я кое-что хочу проверить, получится ли. Я перелетел. Давай! Я тоже не долетел. Блин, я хотел взять полтинник этот, но, к сожалению, не получилось. Ладно, поехали дальше, в принципе. Так, вот тут я знаю еще десяточка есть. Отлично, я... Да возьми ты ее. А, хорошо. Хорошо, да давай ты. Ё-ма, я, блин, на ней... Что-то на уракане так развернулся, пока туда-сюда-сюда-туда. Так, ладно, поехали. Отлично, так тут проехали. Блин, это мы так, взяли. Так плохо видно. Чеки прям вообще. Давай, 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 давай. Нормально видно, так, в принципе. Нормально видно. Берем. Взял! Ямак, как было! Близко! Близко, близко, близко! Чё? Ты куда пропал? Понимаю. Ты куда провалился? Что я проехал, как бы нормально? Серьезно, ты у меня был невидимый просто. Ты у меня был невидимый, был невидимый. На финише обогнал. А чек нужно взять, да, прям? Окей. Чек нужно взять, да почему тормоза? Ну что такое? Ламборгини, блин. Ай, да, на самом деле, а как так быстро и чего это было, я не понял, как я сквозь тебя проехал, но, в принципе, ладно. Короче, друзья, это испытание подошло к концу, а следующее испытание, это у нас Drag Racing. Погнали туда. Давай. Итак, ребята, наше испытание Drag Racing. Сейчас мы узнаем, какая тачка будет быстрее. Ну и так, которая выиграет, получит 20 баллов. Это не может не радовать, поэтому 3, 2, 1, поехали! Давай, давай. Так, давай, 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 давай. Плюс-минус одинаково, но я ухожу. Я ухожу и... Да, отлично, 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 ребята. И в этом испытании я получаю 20 баллов. И у тебя тенит экран!
И следующее испытание, ребята, это по стрелушке. У меня уже максимальная прокачка. Я получил чит-сиан. У тебя пока что только оперта, но, возможно, все впереди. Если выиграешь на этом испытании, то, возможно, и прокачаешься. Посмотрим. Раз, два, три. Погнали, братан. Давай. Я понял. А я вот так вот. Оу! Чего? Что? Нормально, Диман заехал. Да, у тебя. И по итогу ты получил вот такую V8. Тоже читачку. Да я, блин, я не думал, это так было быстро, я даже не понял, что произошло. Ладно, ребята, надо тачку восстановить и пройти наше последнее испытание на читах. Ну и последнее наше испытание, это краш-тест для машины. И сейчас мы понимаем, какая тачка на самом деле крепкая, потому что предыдущее испытание было слишком быстрое, и я, к сожалению, просто взорвался. Жалко, обидно, но зато ты смог прокачаться. В принципе, такой исход мне нравится. В общем, ребят, напишите, пожалуйста, еще в комментариях, какая из этих машин, кто вообще остался. Вот вопрос тоже проверим, как раз таки вас. Кто остался, какая из этих машин вам нравится больше? Спасибо! Спасибо. Вот, да. То есть хэштег Ламба, либо же хэштег Фера. И вот, я пойму, кому какая машина больше нравится. Да, так, ты едешь, да? Пока едешь? Пока да. Хорошо, это хорошо, или же с другой стороны это плохо. Я бы хотел забрать этот балл последний, в принципе-то. Но он уже ничего не решит. Серьезно? Вау, спасибо! Уже второй раз меня спасаешь. Да, второй раз ты меня спасаешь. Хера себе, я думаю, в метрах пяти я тебя проехал. Но это как и на съезде, когда ты проехала справа, а ты говоришь, по центру проехал. И тебе засчитала система, и мне засчитала эти уровни. Ладно, получилось так, что уже все, встрял в этой грязи. И понятное дело, что ты был дальше. Ну что ж, друзья, на этом ролик подходит к концу. Такая вот серийка у нас получилась. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Обязательно, ребята, ставьте лайки. Давайте наберем 3000, выйдет новая серия про кэш. Всем удачи, ребята, и всем пока. Пока, ребята.